Рыбаки-любители. И снова для вас новости Рыбацкого комитета, и я их ведущий Петр Глупов. Самой неприятной новостью прошлой недели стало появление на сайте Нижнеобского территориального управления нового плана рыбохозяйственной мелиорации в Челябинской области на 2021 год. Согласно данного документа, из 36 водных объектов в 2021 году удалено минимум 790 тонн рыбы. Виды рыб, подлежащие изъятию, это те виды рыб, которые чаще всего ловят рыбаки-любители. Объем, подлежащий изъятию, составляет почти пятую часть от общего объема добычи в Челябинской области. Видимо, этим планом Минсельхоз и Росрыболовство хотят поправить и так пошатнувшееся положение с добычей рыбы в области. Предпринимателям же этот план делает поистине царские подарки. Так в очередной раз ООО «Рыбхоз Уйлги» получила товарной гуманитарной помощью на сумму 6 миллионов рублей. 100 тонн карася можно бесконтрольно выловить из водоема. Рыбакам-любителям же оставить пустое и протраленное озеро Малый Кисигач. Рыбацкий комитет в обязательном порядке обратит внимание все органы власти на данный документ. Все эти необдуманные и антисоциальные решения принимаются только потому, что общественность не допускают к разработке подобных решений. Чиновникам проще всего раздавать госресурс вместо его сохранения. Люди же, живущие на озерах, прекрасно понимают, к чему приведут такие планы. И рыбаки-любители тоже это испытают по себе. Второй не менее печальной новостью для рыбаков-любителей стало огромное количество заключенных Минсельхозом Челябинской области договоров на пользование ВБР. Рыбацкий комитет в очередной раз собирает подписи под обращением к губернатору с требованием остановить промышленное уничтожение рыбных запасов. Небольшая кучка предпринимателей забирает все, что есть в водоеме, и оставляет местных жителей без свежей рыбы, а также восстанавливать рыбный запас они даже не собираются. Необходимо остановить этот беспредел, иначе рыбу мы будем видеть только на картинке и магазинах. На этом все. Надеюсь на здравый смысл. До свидания, до новых встреч.